Заседание межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло в здании правительства региона. Темой встречи послужила инвентаризация мелиоративной сети в городах и районах республики, а также оформление прав на бесхозные мелиоративные объекты и передачу их в федеральную и муниципальную собственность. Отметим, что заседание прошло в режиме видеоконференции, в которой приняли участие руководители муниципальных образований, райсельхозуправления и представители других ведомств. Задача непростая, мы это понимаем, проинвентаризировать. Здесь есть вопросы по земле, там где республиканская, где муниципальная. Но Минимущество готово вам оказать содействие, Министерство сельского хозяйства готово оказать содействие. Работайте в рабочем таком, в телефонном или как-то режиме. Вице-премьер отметил, что от слаженной работы будет зависеть итоговый результат. Заинтересованные органы должны будут отработать шаги дорожной карты для своевременного предоставления в Министерство сельского хозяйства России нужный материал. Таким образом, это сможет вовлечь в оборот дополнительные площади территории сельскохозяйственного назначения. По этому же вопросу руководитель ФГБУ управления ДАК «Мелиоводхоз» Залкип Курбанов рассказал присутствующим о ходе заключения договоров на подачу растительной воды с рисосеющими хозяйствами. Если брать сегодня у нас заявленных потребителей согласно плану графика на 2023 год 1020 потребителей. Вот оно по районам, вся информация у нас имеется, это все и заявок района. Да? Из 1020 потребителей на сегодняшний день заключено договору на 662, то есть 50% только договоры заключены. Далее руководители муниципальных образований доложили итоги проводимой работы. Помимо этого, рассказали вице-премьеру о предварительных результатах инвентаризации и ходе заключения договоров на подачу поливной воды. В завершении встречи зампредседателя правительства обозначил, что данной работе необходимо уделить особое внимание, направить участников на результативный и эффективный рабочий процесс. Также он дал поручение Министерству сельского хозяйства Дагестана выбрать ответственных лиц по муниципалитетам, чтобы с выездом на место организовать рабочие группы.